исповедь зомбоголика. До весны 2014 года на самом деле моя жизнь ничем не отличалась от жизни простых людей. Я так же сама ходила по улице, так же сама ходила на учебу и, в принципе, другим ничем не занималась. И тут появилась она. Обманывать не буду, любовь с первого взгляда у меня не произошла. Она произошла со второй тренировки. На первой же я себя чувствовала каким-то неуклюжим оленем. Тут произошло волшебство. Вернее, Zori and Company. Тут моя жизнь начала наполняться такими крутыми штуками. Я поняла то, что я вступила в зумбу-секту. Я поняла, что моя жизнь начала наполняться драйвом. Я впервые узнала, где на самом деле находится этот такой всеми желанный пресс. Я влюбилась в большое количество попотрясок. Жопотрясок и все такое. Дальше можно сказать, что поменялось мое отношение к жизни. Наконец-то я направила всю свою энергию, все свои просто взбалмошенные эмоции и просто взрыв эмоций в правильное и нужное русло. Я обрела уверенность в себе, это правда. Я встретила самых-самых лучших в мире подружек. У меня появилась самая дружная и самая-самая веселая, лучшая в мире семья. Я встретила Зори. Это, наверное, одно из самых главных. И маленькое большое признание. Зумба, я тебя люблю. Еще круто то, что Зори знакомит нас потихоньку со всем нашим большим миром. С теми людьми, которые так же, как и мы, обезбашены и немножко, ну, такие, нет мира всего. Ну, очень классно. А еще очень круто то, что Зори не забывает о своих самых классных и преданных поклонниках.